если вдруг кто-нибудь перед ним резко остановится, я, как следствие, остановлюсь тоже за ним. Но я могу... Поверь мне, если перед ним кто-нибудь резко остановится, он его проедет. Нет, я понимаю, но тем не менее он попытается тоже затормозить. Может быть. А скажи мне, как мы перестроились в левый ряд без поворотника? Мы не перестроились, мы давно перестроились. И да, был поворотник. Когда мы перестроились? Домой. Дошли по третьему ряду? Нифига ты заявила. Окей. Так, я немножко не поняла. Когда мы что успели? Перестроиться. Так мы перестроились, когда еще подъезжали, только к развязке, к этому всему. Ну, я просто ехала по левому ряду, что нет. Я понял, я тебя услышал. Я какой-то момент упустила. Да, ты упустила тот момент, когда нужно было смотреть в зеркало и включать поворот правый. Ой, левый, мы же перестраивались. На развязке налево поедем. Сразу выехать. Вот она сплошная. У них своя полоса. У тебя наверху, смотри, своя полоса. Видишь, четвертая появилась. Посмотри. Ты ехала, как те ребята справа. И ты перестроилась сюда. Ты говоришь, ты ехала по этой полосе. Понимаешь, в чем? Я поняла, да. Вот. Это хорошо, что. Это все потому, что разметки нету. Да, а те знаки сверху показывали, куда и направление.